Всем доброго времени суток, с вами канал Артмани, и сегодня у нас с вами видеообзор на вот такой вот конструктор, движущийся, такой вот интересный, плюс 6, стоил 99 рублей, купила его в фигпрайсе, вот, вот так вот сбоку он выглядит. Вот, а сразу вот расписано 12 штук таких, 20 таких и 12 таких, 44 штуки в наборе. Мы с вами их посчитаем, потому что предыдущие обзоры у меня именно в фигпрайсе в одном месте было побольше деталей. Тоже посмотрим с вами. Вот инструкция, как там все это делается. И давайте смотреть. Вижу тут прям вообще так вот много всего. О, да они большие такие. Вот коробка пустая. Откладываем ее. Так, такие шуршащие мешочки. Вот. Интересные такие. А, это наклейки даже. А, это наклейки, которые наклеиваются вот на эти вот шестереночки. Я думала, что там такое внизу непонятное нарисовано. А тут даже наклейки. Так, сейчас я их отрежу, чтобы сильно вам не шуршать. А, она открывалась. Ну ладно. Опа. Запах имеет. Так. Такая вот она уже немножко свернулась тут. Уже отрывается вот. Такие вот. Ну они, я думаю, наверное, везде стандартные. Наверное, одинаковые. Думаю, наверное, разных не бывает. Особо на них, кстати, не смотрела, когда покупала. Вот она отодвигается, то есть собирается. Можно собрать несколько разных цветов. Тут даже что-то я не представляю, как это все делается. А, делается, все поняла, как это делается. Домиком. А, они просто это слепленные. А я думаю, что там у меня мало деталей. Так. Одну, допустим, кладется вниз. Хотя, в принципе, они могли их разъединить сразу, и не было проблем. Ладно, сейчас мы сделаем. Давайте сейчас посмотрим. Вот так вот сделаем. Так. А вот. Синенькую возьмем одну. Да, слушайте, довольно сложно. А вот. Она. Она. И ее. А, возьмем желтенькую. Так, сейчас посчитаем с вами заодно. Они, в принципе, все одинаковые. Вот мы сделали эту штучку. Так, сейчас мы посчитаем. 20 штук таких должно быть. Сразу как-то это увлеклась. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 16, 19, 20. Ну да, тут 20. Тут, в принципе, видно, что их не так много. Вот, и давайте с вами посмотрим шестеренки наши.
крепления. Их 12 штук должно быть. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Так, это что, лишнее, что ли, получается? Их 13. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Так, да, одно крепление лишнее. Один. Не знаю, видимо, кто-то на заводе считать не умеет. И, возможно, наверное, кому-то не досталось крепление. Так, ну ладно. Хотя бы тут 20. Так, ну и тут их должно быть 12 штук. Я надеюсь, что здесь они все на месте. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, 12. Да? Все 12 штук. Значит, в этом наборе только вот крепление у нас одно лишнее. Так, давайте попробуем что-то сделать. Тут я чувствую, меня надолго затянет эта игрушка. Сейчас мы попробуем одну штучку сделать. Наверное. Ради любопытства просто. Должно. Кстати, довольно легко они въезжают друг в дружку. Повыше немножко сделаем вот так вот. Вот. То есть вот она вот так вот. Вот она у меня стоит. Давайте для вас, наверное, сделаю вот так вот все-таки. Вот она уезжает. Ну, все довольно легко тут. Уезжает вот так вот. Здесь вот 4 штучки. Они, соответственно, где-нибудь тут вот. Внутри, кстати, вон они какие. При желании, если захочешь оторвать, ее будешь оторвать, наверное, долго. Она, видите, даже может вот тут с краю, вот тут вот. В принципе, даже из нее, наверное, я думаю, можно сделать машинку, которая будет вот ездить. Так, сама она, в принципе, да, крутится. Не сразу, но крутится. Вот. Снизу. Можно еще сделать где-нибудь. Ой, ой. Но они ломаются легко. А тут немножко пластмасса, видите. Не только была розовая, а вот, видите, с чем-то беленьким. Синяя, кстати, тоже. Это, видимо, делают из не совсем хорошей пластмассы, по всей видимости. Ну, короче, где-нибудь тут, и они вот крутятся. Хотя, если честно, мне не хватает какой-нибудь такой штучки, которую вот закручиваешь, и они там крутятся. Но я думаю, для ребенка маленького даже это будет интересно. Если, правда, ему, конечно, собрать все это, сделать, то он с удовольствием пальчиком покрутит. Хотя вот эта вот, наверное, не нужна будет уже. Даже просто так подержать и покрутить. Вот. Она тоже с дырочками имеет. На нее тоже можно накрепить что-нибудь. Ладно. Давайте теперь попробуем. Допустим, я собрала все это. Ну, к примеру, ладно, ребенок собрал все это, наигрался. Теперь он хочет разобрать все это. Как это снимать? Кстати, вот тут есть штучка, чтобы она, видимо, не слетала. Туда можно что-нибудь воткнуть. Бумажечку какую-нибудь. И так, снимаем. Снимается. А, снимается. Все снимается. И все снова разбирается. Я боялась, на самом деле, что
Вот эти штучки поломаются, когда буду снимать. Вот. Напишите в комментариях, сколько было у вас деталей, сколько у вас было вот таких вот деталей. Именно была ли одна лишняя, может быть, они одну лишнюю всем подкладывают на всякий пожарный. Когда человек будет писать обзор, если одна сломается, чтобы не было так обидно. Вот, сколько было таких деталей, таких, считали вы или нет. И насчет картинок, может быть, у кого-то они разные, может быть, какие-то другие. Тоже напишите это в комментариях. Вот, на сегодня это все. Был такой вот обзор интересный. А, на самом деле, мне казалось, то, что они будут не пластмассовые, а какие-то... Господи, как же этот материал называется? Мягенькие, короче, такие вот. Плотненькие тоже, как вот были не конструкторы, а кубики были мягенькие. Вот я думала, из такого же материала. Думаю, как они крутятся. Думаю, наверное, мягенькие, удобненькие такие. Но нет, они, оказывается, пластмассовые, интересные. Тут вот, тут, видите, можно еще приделать штучку. Вставить вот так вот. Жалко, что она не светится в темноте. Кстати, она через камеру вообще совсем другая. Здесь она ярко-ярко-зеленая, а через камеру она кажется такой светло-светло-зеленой. Ладно, на сегодня это все. С вами был канал ArtMoney. Я сейчас с вами заболтаюсь. Подписывайтесь. Жмите на колокольчик, пишите комментарии, ставьте палец вверх. Смотрите, у меня остальные там есть влоги с ребенком, как у меня ребенок играет, как он в скором времени будет играть, может быть, вот во все эти вот штучки. Ну, хоть там по-своему, да, ему как бы всего год и четыре, довольно маленький, но он с удовольствием подвигает вот эту вот штучку. Вот. И всем пока-пока.